Программа утилизации старых автомобилей все-таки работает, правда, точечно. Один из автосалонов японского производителя объявил об утилизации трех моделей своей линейки до 31 октября текущего года. В ярославском филиале этого же автосалона сообщили, что программа действительно работает с прошлого понедельника. Уже есть несколько заявок, но пока что ни один автомобиль не обменяли. Напомню, новая волна утилизации автохлама должна была стартовать в России 1 сентября и завершиться 31 декабря. Согласно госпрограмме, при сдаче старого автомобиля в утиль можно получить скидку на покупку новой машины. Размер ее 40 тысяч рублей. Но масштабно механизм пока не действует, так как отсутствует соответствующее постановление правительства.